Ребята, всем привет! Новый день, новый блог. Сегодня, знаете, какое число? 8 июня. Вот, и сегодня я прям чувствую, что мы сегодня возьмем билеты в Турцию. На самом деле, все это немножко... На самом деле, ничего нервного и так далее. Просто нам на следующей неделе... Ну нет, через неделю, получается, улетать. А у нас ни билетов, ни подтверждения от отеля, а мы уже все как бы решили, запланировали и так далее, и так далее. Сейчас я живу плюс-минус спокойно, без нервов, но думаю, следующей неделе будет просто взрыв мозга. Почему следующей неделе будет взрыв мозга? Потому что на следующей неделе нам нужно приехать на новую квартиру, там будут замерщики для мебели, потому что нам уже сделали основной замер, но не сделали замеры в санузлах, потому что там не было плитки на тот момент, так как мы плитку меняли, задерживалось кое-что, из-за этого мы 15 тысяч доплатим за выезд замерщика, ну, короче, знаете, ремонт вот это, да, то, что можно было бы избежать, мы как бы туды-сюды, как бы теряем в деньгах, во времени, а у меня просто пена изо рта вот так вот кипит, плывет, пышет, брыжет, потому что буквально через пару дней нам отключат горячую воду, и я думала в том году, что мы будем либо жить на даче, либо мы будем жить в новой квартире, я с вами уже делилась этим в прошлом влоге, а по итогу мы опять будем жить в этой квартире, будем мыться из ведра с маленьким ребенком. Маленький ребенок! Возможно, мы поступим вообще по-другому, обманем систему, поедем на дачу к моим родителям, и будем там ночевать, просыпаться, ехать в Москву, делать дела, возвращаться. Это будет взрыв мозга, не уверена, что у нас так получится. Зачем нам это надо делать? Ну, чтобы успевать какие-то дела делать. Может быть, пару раз так съездить, не знаю. Да. Короче, Слава не хочет, ему лень, да и мне тоже неохота, если честно, геморрой полнейший. Рассказываю, мы сегодня... Ты спать будешь? Вы бы видели ее лицо. Ты такой кукель, а? Я таких кукелей не встречала. Короче, на следующей неделе мы должны будем куда-то поехать, еще пока не знаю куда и когда, посмотреть локацию для дня рождения Ани. Мне уже написали организаторы, что есть проблема, потому что какие-то классные площадки заняты на 6 число, но свободны на 7. Но у Ани это день рождения 6, и тут как бы вопрос. Зато дата красивая. 07.07. Дата красивая, я могла бы в нее родить. Но на самом деле очень хорошо, что я родила именно 6 числа, потому что даже с точки зрения там нумерологических всяких моментов, дизайнов человека, эта дата лучше. Чем 07.07? Да. А ты смотрела? Проверяла? Ну, мне говорили, я смотрела, да. Mm-hmm. Ань, Настя, все. Зато цифру, конечно. Привет! Я страшная куколка! Будь. На. Это твой маленький малыш. Я тебя люблю так, Аня. Ты посмотри, как она его любит. Спой песенку. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Спой песню своей куколке. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Нет, Аня не укусит. Не укусит. Любишь его, куколку эту? Ты очень милая девочка. Не знаю, какие мальчики, но девочки просто невероятно милые. Как она с зайчиком обнимается, это просто... Спи, мой маленький, спи, мой куколь, куколька. Хочешь водички, мама тебе даст? Сейчас я соберу все свои мысли в кулак. И засуну их в жопу кому-нибудь. Нет, я хотела сказать не это. Когда я наконец-таки соберусь, я смогу все свои мысли вам донести. Аня, водичка, будь. Так вот, мы сегодня проснулись, улыбнулись. Подтянулись. Сегодня суббота. Суббота. Я как запланировала этот день? Даже не то, что запланировала. Подумала, ну, сегодня выходной, ничего делать не надо. Поехали на рынок, купим кучу филе куриного, и буду я сегодня котлеты херачить дома. Мне жутко лень, ну потому что есть куча классных других занятий, оказывается. Есть куча классных других занятий, которыми можно заняться. Смотри, рельс. Да я в ахере, тут что будет вообще? Поезд что ли ездить? А я тебе скажу, я что думаю, здание перетаскивать. Здание перетаскивать? Да. Здесь же не было рельса.
Нет, никогда здесь не было рельсов. Два варианта. Либо здесь будет ходить транспорт, которому нужны рельсы, либо они будут здание переносить. А что значит здание переносить? Короче, на Пушкинской есть здание огромное, которое в советское время переносили. Это вообще жесть. Они просто по-настоящему берут здание и ставят... С корнем выдирают, да? Они поднимают там от фундамента, отрывают его как-то, ставят на рельсы и переносят, короче. Там целое огромное здание, там имперское какое-то, им еще имперских ты времен. Ты гонишь. Да, они взяли, поставили на рельсы и передвинули там на, типа, ну, там, на метров 500. Очень интересно узнать. Кому интересно, это, типа, площадь Ильича, это уже римская, да, римская. Вот, кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, мне кажется, вряд ли здание переносить. Да и какое? Может, может, наш дом перенесут? Реализация мероприятий по развитию трамвая. Да, трамвайная инфраструктура. А, ну все, ребят, забейте. Здесь будет трамвай. Здание никуда не переезжает. Не, ну просто это, ну, здесь никогда трамваев не было, а тут решили трамвай. Ну, а что бы не сузить дорогу? Пробок же мало в Москве. Тут и так все время пробки. Какие трамваи, блин. В общем, я думала сделать сегодня котлет. Вот у меня было что-то лень, я просто лежала... лежала в рилсах и наткнулась на какой-то рилс с жирафом. Типа прям, то ли это был зоопарк, то ли просто что-то жираф. Я подумала, почему бы нам не сходить в зоопарк? Единственный минус, что сегодня суббота и вообще туды-сюды. Поделилась этой информацией у себя в телеге. И кто-то такой, ой, как классно, конечно, идите в зоопарк с семьей, это же так здорово. А кто-то осудил. Потому что у меня, конечно, извините, всю жизнь мы все ходили в зоопарки. И нормально. Ну, то есть это как контактные зоопарки. Их же запретили, да? Что вообще у нас скоро останется? Потому что все такое нетолерантное, все такое неправильное. Не, ну, знаешь, если честно, животных жалко с одной стороны. Но с другой стороны, мне вот, например, нравятся зоопарки. Мне тоже нравятся зоопарки. Но, понимаешь, зоопарк, зоопарку рознь. Например, если, ну, есть московский зоопарк, я как бы думаю, что там все нормально, потому что это большой зоопарк, серьезно. А если зоопарки есть вот такие маленькие, дешевенькие, где они экономят на обслуживании, на еде, там, на тепле для животных. Там, ну, даже сам факт того, что животные в клетке, понимаешь? Типа все должны быть на свободе. Там как бы, ну, мне реально жалко животных, потому что иногда с ними обращаются плохо. А в зоопарке московском, мне кажется, нормально все. Но это, конечно, не доказанный факт. В любом случае... С одной стороны, я понимаю, что люди хотят сказать, что, типа, животные должны быть все на свободе, а не в клетках. Но есть животные, которые может, ну, как это сказать, родились в клетке. У них там хорошие условия, их кормят. Если большой, хороший вольер, например, я не знаю, может, я неправильно рассуждаю. Это, конечно, кто-то сейчас скажет, ой, ну это то же самое, что если бы ты бы жила с каким-то, не знаю, мужчиной, который тебе не позволяет выходить на улицу, и типа живешь в золотой клетке, но зато в шикарном доме, например. Ну, грубо говоря, знаете, и мне нельзя выходить при этом на улицу. То, конечно, да, как бы жизнь не в кайф, потому что мир-то такой большой, но давайте по-честному, пингвин же не поедет на самолете в Париж, например, да? То есть, мне грубо кажется, говоря, сравнивать кажется... не будем, окей? Не знаю, всю жизнь ходила в зоопарк. Ну, то же самое, что цирки с животными запретили, да? Да. Или запретили уже, или ну, нет? Где-то да, где-то не запрещены, где-то нет. Ну, вот демократические страны там запрещают. Ну, блин, все очень такое, конечно, спорно. Мне кажется, некоторым животным даже нравится в зоопарке. Их там это кормят, ухаживают. Если они болеют, их лечат. Санаторий. Да, ну санаторий. Он и так спать. Итак, ребят, мы со Славой приехали в ТЦ. В Атриум для того, чтобы купить ему какой-то наряд, перекусить и поехать на съемки. Нам, слава богу, хоть ехать и далеко, типа 30 километров, но не долго. Вот. Ну, типа, минут 40, короче, улет. Это вот хожу, что сегодня выходной. Нам, по сути, уже бы по-хорошему выйти. Я заказала нам 2 куриных супа, 2 салата овощных. Себе фреш, Славе фреш. Ты что в соседний не зашел в магазин? Ну, много шорта. Я решил, что мне не нужно. Там штаны есть классные с рубашкой, не хочешь? Не, мне классные. А что ты сейчас в чем пойдешь? Не в этом останешься или я что-то? Я могу там все? Переодеться. Костюм, рубашка льняная, белая, отличная. То, что ты сейчас взял, да? Да, это рубашка. Костюм-то теплый.
Ну, вечером попрохладнее будет, я думаю, мне будет ок. Сейчас мы поедем. Анюта спит, как мы сюда пришли в ТЦ. Хорошо, мы ей прям подольше поспать, потому что уже время такое, типа 4 часа. Уже не похоже, что ей надо бы спать вечерний сон. Ну, посмотрим, может, после съемок в машине будем ехать, и она будет спать. Не уверена, но посмотрим. Была нам еду. Настя пишет, там красота нереальная. Быстро доехала без пробок и рядом припарковалась. Так что, надеюсь, все будет окей. Вот так вот. Не знаю, хорошо ли вообще. Мне очень важно жить спонтанными моментами, откликаться. Грубо говоря, я увидела в Reels жирафа. У меня был отклик пойти сегодня в зоопарк. Я прям очень, прям, знаете, зажглась тем, чтобы пойти в зоопарк. Уже сидела, красилась, пригласила свою подругу Настю, говорю, приходи, ну, давайте тоже с Аркашей присоединяйтесь к нам в зоопарк, потом, может, в центральный детский мир сгоняем, нам там вроде ничего не надо, ну, просто, знаете, пошло. Прикольное развлечение. И Настя сказала, что она сегодня занята весь день на съемках, потом сказала, что у нее отменилась одна девочка, отказалась, что-то там у нее случилось. И она говорит, типа, не хотите на съемку, на локацию? Я говорю, блин, я хочу очень, но у меня не одежда. Ну, нет, у меня даже одежда есть, но как-то, знаете, я уже настроилась на зоопарк. В итоге она пригласила, и я тоже откликнулась. И вот я не знаю, какой из двух откликов моих более верный. Учитывая то, как сейчас мы нервно, как всегда, выходили из дома, со Славой грызлись, у него там все мято, надо гладить, лука прям супер приготовленного нету, Ане надо давно спать, сейчас вот в итоге опаздываем. Вот даже не знаю, как будто бы было бы пойти в зоопарк правильней. Но, с другой стороны, я подумала, во-первых, давно у меня не было автосессий, во-вторых, там прикольная, красивая локация, а не такое, знаете, как вот обычно просто селфи сделать или где-то в городе пофоткаться. То есть там прям специальная локация для съемки, задуманная, придуманная, замороченная. И там действительно очень красиво. Мы сейчас, когда приедем, я вам обязательно покажу. Настя сказала, вообще не парься, я сейчас возьму одежду, все у тебя будет, я просто там переоденусь в платье, которое она возьмет. Сапоги нам я взяла, ну, типа для лука. Анютке я тоже взяла одежду, все как бы взяла. Нам еще надо будет, конечно, потратить время на переодевание, но, по сути, у нас будет час на съемку, и, как правило, мы все снимаем минут за 20. То есть тут, по сути, время уйдет на то, чтобы переодеться, и все, вообще, будет благодать и красота. Потому что нам там долго делать, да? Ну, может, какое-то видео еще снимем вертикально, как мы стоим с Анюткой. Когда и у тебя хорошее настроение, и у меня, когда погода хорошая, когда мы здоровы, когда у нас все на ладу, все хорошо, все остальное такие мелочи. Я с тобой согласна полностью. Фига! Вообще фигня какая-то. Надо вообще жить в кайф, и любая мелочь, я не знаю, так интересно, но хоть я очень часто нервная, могу из-за какой-то мелочи расстраиваться, злиться, беситься и так далее, ну, короче, вот это все. Но на самом деле я понимаю, насколько я счастливо живу, насколько вот этот вот посторонний шум, это реально просто шум. Даже то, что там мы, ну, я не знаю, вот что меня обычно может выбесить, Зай? Да все. Ну, вот хоть одно. Да все. Ой, я могу кого-то сбить коляской. Например, то, что... Что меня бесит, да? Все. Ну вот все меня, например, бесит. Холод, да? Жара, грусть, да, да, тоска, да. Плохая погода, плохой муж, не работает интернет, не отвечает человек, пробки, опаздываешь, все, короче. Вот это все, на самом деле, посторонний шум. Что самое главное? Мы здоровы, живы, у нас здоровый ребенок. Господи, спасибо. Я как этих рилсов насмотрюсь. Особенно вот вчера-позавчера мне в рилсах попадались, знаете что? Хотела повеселиться вечером, ночью полежать, покайфовать, поржать, просто по приколу посмотреть. Мозг расслабить. Мне попадаются больные детки, брошенные детки, оставленные в детдомах. И я еще как будто, вы знаете, не могу морально взять и перелистнуть. Я не хочу это смотреть, потому что мне очень грустно, мне жалко. Бездомные животные, дети Африки, у которых в ногах черви. Вот называется расслабиться. И что вы думаете? Вот я полтора часа лежала, хотела просто реально смотреть рилсы, ни хера не делать. Для меня это стало важным в материнстве момента просто выпустить пар. Ни о чем не думать. Просто втыкать куда-то, понимаете? Что мозг за день настолько перегревается, что хочется просто отпустить. И в итоге...
вот такое как бы все вечером грустненькое, мне, конечно, неприятно было. Короче, жизнь кайф. И вот я, например, бывает Аня капризная, там, что-то не дает мне сделать, знаете, бывает. Я могу расстроиться, что я там что-то не могу сделать для себя, потому что, ну, у меня есть обязанности, как у мамы, заниматься ребенком. И вот хотелось бы сказать, я наткнулась на рилс такой, там у мамы ребенок постарше, и она пишет то, что я не хочу, типа, для нее готовить, не хочу, то есть 5-10, я вообще хочу плакать, потому что, типа, мама что-то приготовит своей дочке, а дочка все выплевывает, и говорит, это невкусно. Ну, такой, типа, кризис у нее какой-то там. И она говорит, я очень люблю свою дочь, просто безусловно, бесконечно люблю свою дочь, но я не могу, типа, мне так не хочется вот это все делать для нее. Короче, странно, может быть, там не совсем такая формулировка была, но суть в том, там в комментах начали писать, типа, то, что мы тебя не осуждаем, потому что любить ребенка это одно, а обслуживать кого-то это другое. Так... В чем суть? Я бывает так устаю, там, у Нютки бывают периоды, когда мне надо долго ее укачивать, она вся такая нервная, там, ну, я не могу что-то для себя, например, сделать, потому что Аня вдруг взяла и решила там что-то такое вот, из-за чего я должна отодвинуть свои желания, свои хотелки на второй план, на третий план или на пятый план и заниматься там ребенком и что-то для Ани делать. И бывает, я тоже, конечно, ну, расстраиваюсь, то, что я не могу сейчас сама покайфовать, потому что я, ну, как мама, я обязана заниматься своим ребенком. Ну, потому что если я ее там не покормлю, что-то там я не сделаю, не уберу, не помою, а не просто внимание свое не приведу, то кто как бы это сделает? Ну, понятно, Слава, если его дома нет, там, мамы дома нет, бабушки, да? К чему я это все говорю? То, несмотря на какую-то иногда усталость, и то, что я бывает, вот как я так шучу, но по сути так и есть. Теперь, когда у меня есть ребенок, я не могу жить для себя в полной мере. И так никогда не будет. Есть мамочки, которые говорят, ой, пофиг, у меня появился ребенок, но я все равно живу для себя. Ну, как бы для меня это вообще немыслимо, блядь. Ну, то есть, окей, может быть, это даже правильно в какой-то степени все равно продолжать жить для себя. Но я этого никогда не пойму. Потому что, это как говорят, не делайте ребенка смыслом своей жизни, потому что он там вырастет, от вас уйдет и так далее. Ну, может быть, смыслом жизни это громкое слово, но по сути Аня мой смысл жизни все равно. Как сказать? Более правильную формулировку подобрать. Центр. Центр моей жизни тоже как будто неправильно. Так нельзя. А как? Она же мой ребенок, беззащитный малыш. Она не может сама за собой ухаживать. Тем более, пока она маленькая, да, она же не сделает себе вкусненько супчик, не пойдет, не помоется. То есть, пока она маленькая, она, да, по сути, она моя жизнь. Я это все вела к тому, что, несмотря на иногда какую-то усталость, какие-то там, знаете, моменты, когда ты расстраиваешься, что ты не можешь для себя что-то там поделать, я просто смотрю на нее, и мне хочется плакать, как я ее люблю, как я счастлива, что она у меня есть, как я счастлива, что пофиг, что у меня нет времени заниматься своими делами. Все равно у меня когда-то, во-первых, это время появится заниматься своими делами, а во-вторых, просто я благодарна, что у нас есть ребенок. Мило, да? Особенно такой сладкий. Нужно реально быть за все благодарным и просто радоваться, что ты живешь так, что у тебя есть малыш, что он здоровенький, что вы с мужем вместе, что у вас все хорошо. Ну да, бывают какие-то там мелочи, погрызетесь. Потом поцелуетесь нормально. Просто хочу сказать, что нужно радоваться каждому дню, наслаждаться каждым днем. Потому что ты, во-первых, никогда не знаешь, что будет завтра, особенно когда ты живешь в такое время, когда настолько твое будущее вообще непонятное. Несмотря на то, что я все равно что-то планирую, на будущее что-то планирую. Но по сути, реально, надо жить здесь и сейчас. Вот, наверное, только в свете, ну, уже не последних, ну, сколько лет. Двухлетних уже событий. Можно сказать, что реально нужно жить здесь и сейчас. И быть благодарным за все то, что ты имеешь, то, что я очень благодарна. Я очень счастлива, то, что я живу так, как я живу. Что у меня есть ребенок, муж, что мы можем сейчас поехать на фотосессию, кушать в ресторане. Ну, короче, это очень важно об этом думать, быть за это благодарным. Конечно, заколебал, наверное, уже всех. Будьте благодарны, каждый многим. Благодарите, благодарите, будьте благодарны, я благодарна, вы благодарны. Не знаю, что думаешь, Зай? Все правильно говоришь. А вот этот перец зеленый тебе понравился? Сладкий он? Нормальный. Вообще, Карина сказала, что очень важно есть горькие продукты, типа рукколы. Она же горечь, с горечью.
Это для желчного хорошо. Ну, врубка тоже полезные есть свойства, конечно. Кстати, кто смотрел блог Карины, мы с ней там рестики сидели, такой горзай, я тебе потом покажу. Подходит официант, я заказываю без строганов, и говорю, а можно без... Грибов? Без грибов-то понятно. Кто знает, меня тот знает. Без какого-то сметанного соуса с подливой там чего-то из-под чего-то. Я говорю, можно без вот этого? Он говорит, нет, это типа вообще будет из-под коня, надо только с этим есть. Это будет только вот так вкусно, это такое блюдо, которое готовится только вот так. Я говорю, что за чушь? Я говорю, вы знаете, я очень много разных бестроганов ела, и вот это вот мне не надо. Он так, а где это такое готовят без такого соуса? Я такая, дома. Ну, все, даже не у этого. Я говорю, а что там еще, типа... А он говорит, а три вида луков вам тоже не надо, да? Я говорю, а я не знаю, что у вас там за лук. Он такой, ну, лук такой, сякой, такой. Я говорю, нет, такой не надо. Потом он говорит, и без трюфельного масла? Я говорю, да, трюфельное масло мне тоже не надо. И трюфель не надо. Ну, короче, все вообще минус. Я говорю, а он у вас с грибами? Он такой, да. Я говорю, а можно без них? Короче, блядь, это реально угарный момент. Я тебе его потом покажу. Короче, в сухом остатке мне принесли просто мясо, и картошку, и пюре. Это было супер. Там просто, не, ну, мы не сняли момент, простое, когда мне... Простое блюдо сложно испортить. Он охерел, он вообще не понял, типа, зачем я сюда пришла. В комментах там некоторые тоже не поняли, типа, Юль, с такими запросами иди просто в столовку, блядь. То же самое принесут, только заплатишь там ты в 5 раз меньше. А я не хочу в столовку, мне антураж важен. Понравилось ли мне блюдо? Да, мне понравилось. Было просто мясо, не самое вау, кстати, не самое топовое мясо, я думаю, поэтому там куча всяких подлив, чтобы мясо было более мягким. Ну, вообще, если бы делали из хорошей, реально хорошей вырезки говяжьей, то мясо было бы и так нежнейшее. Не, нормально, по вкусу было норм. Помнить? Ладно, потом в зеркале в машине посмотришь. Мне кажется, у нас куча зелени в зубах. Сейчас на съемку поедем, тут просто одна зелень в салате. Короче, надо почаще экспериментировать с блюдами. Потому что трубочку не могу ломать. Ты так быстро сок выпил из рычуга? Что ты меня клеишь? Надо заказывать себе, знаешь как? Вот я беру себе одно блюдо, которое я реально хочу съесть и съем, а другое просто вот для пробы. Ничего. Ничего. Я так часто заказываю. Таким образом я смогу узнать что-то. Просто для меня важно нормально поесть, понимаешь? Если я закажу что-то для пробы, оно окажется вкусным, я это не доем и сдохну с голоду. Согласен. Буду злая, и это будет пипец. Согласен. Хочешь? Не хочешь. Ты что? Не знаю. Какая-то палочка. Понимаешь, в чем суть? Можно испробовать все блюда на свете, да, в этом ресторане. Да. А завтра поменять шеф-повар, и они все будут невкусные. Потому что ты так тебе. Не в шеф-поваре. И не в том, что оно поменяется завтра, а в том, чтобы просто жизнь свою. Ну, типа, знаешь, что я в этой жизни пробовала вообще? Я всегда ем очень простую еду, обычную, знаешь. В мире столько сочетаний, столько необычностей. Вот, например, мне Карина рассказала. Сейчас очень популярен напиток. Bubblegum. Bubble tea. Типа кофе с фрешем. И пишут, что это пи***ц вкусно. Я не знаю, не видела как-то вы, но пишут, что это просто взрыв просто сосочков вкусовых. Каждый день за что-то меняется, что-то придумывают. Но... Без строганов, с пюрешечкой, понимаешь, он всегда вечер, он всегда хороший. Или борщец русский. Да. А ты не будешь пробовать эту палку? Нет, нет. Почему? Я палку не пробую. Как вы думаете, что это на палочке? Вот кишки смажу, я суп 100 лет не ела. Мне дедушка всегда так говорил, что супчик обязательно надо есть, чтобы он там все кишочки спадал, целевать. Если ты говорю, типа, супчик съешь, смотрите. Не, ну вкусно здесь, чё? А ты чё мы такого сказали? Просто лепёшечка. Что же это за палка? Там вообще вон на крышу может быть, типа, такая... На веранду. Вот там какие-то трубы за туями прячутся, не очень-то симпатично. Вон там. Ну как здесь, без заставочки? Ну, день спит. Мы её очень любим. Ляшечка жирная. Кстати,
некоторые люди, ну, там и в комментариях, думают, что у нас очень пухлый ребенок, что она там вообще пипец, там откормленная. Для нас она нормальная, на самом деле в жизни она, ну не то, что в жизни она меньше. У меня даже мама смотрит на экране на Анютку, и ей кажется, что она такая пухленькая. Когда она ее вживую видит, она ей уже не кажется такой пухлой. На самом деле это так. Я помню, когда я не видела Монтика Карининого, до того, как я увидела Монтика вживую, мне казалось, что он прям большой. А когда я его увидела вживую, я думала, какой же он маленький. А я думала, он такой прям большой для своего возраста. А оказалось, он такой маленький. Аня у нас действительно вообще не малютка какая-то, но она сразу, она изначально была не малюткой. Она изначально родилась такой не худощавой, короче говоря. Вот. И мы обсуждали это с педиатром. Я говорю, она у нас, ну, нормальная по весу и так далее. Она сказала, она у нас нормальная. Да, может быть, она, ну, реально такая немножечко пышечка. Но все ок. Это не мешает ей двигаться, ходить. Вот вы же видели сами, что она уже делает свои первые шаги. Она у нас очень активный ребенок. Ну, вот такая вот она пышечка сладкая, булочка. Что, это зелень? А, ясно. Вы же мне как родные. Так вот, я просто часто вижу комментарии, типа, Юль, мне кажется, там вы ее откармливаете. Или то, что почему она такая пухлая. Она не пухлая, она нормальная. Она нормальный, здоровый ребенок. Так что все у нас окей. Мне, я вот на нее смотрю, мне не кажется, что она там какая-то прям такая. Ну да, она такая сладкая булочка, но у меня нету чувства, что она прям какая-то. Скажите, а вот это что такое? Это слоеная полоска соусом песто. А, спасибо. Будешь пробовать? Я сейчас проведу эксперимент в своей жизни и попробую соус песто. На этой слоеной полоске. Я такое не ем и никогда бы не стала пробовать. Не говори. Кому-то такой соус нравится. Знаешь, если бы я сидела в другом ресторане во Франции на какой-нибудь презентации от бренда Givenchy, мы бы такое уже ходили, помнишь, в Париж 100 лет назад? Помню. Там приносили фуа-гра, чернила каракатицы, было шампанское. И вот там я все пробовала, потому что я думаю, экзотика, это же прям как экстрим, экстремал в горке. Я бы такое, наверное, съела. А вообще нас тут пригласили на какое-то интересное, типа ресторан с... Как это называется? Видно, помнишь? Ночное что-то там. Что-то там связанное с гурманом. Сидишь, тебе приносят необычные блюда, вокруг тебя телеки всякие, 3D, иллюзии. Ну, короче, такое, типа, поняли? Не просто в ресторан поесть, а как он называется? Ну, вы точно поняли, о чем я говорю? Да, каждый день такое видит. Ну, а чего? Какое-то там необычное такое заведение, где ты как бы ешь, и у тебя всякие картинки, типа у тебя на столе всякое что-то происходит, тебе приносят подачу под тематику того, что показывают на экране. Ну, короче, какая-то такая необычность. Я, короче, я увидел другое. Я увидел, что есть такое, типа, кафе прикольное, не в России, по-моему. Где, короче, ты смотришь фильм, типа, например, вот «Один дома» там или какой-нибудь другой. Ага. И все, что приносят, все, что едят герои в фильме, тебе тоже приносят. Точно такое. Ну, типа, условно. Это называется гастрономический театр. Высокая кухня, тру-ля-ля, тра-ля-ля. Туда вход на одного человека билет стоит, короче, от, по-моему, 18 тысяч. Там разные дни, разное время, разные какие-то движухи. Короче, и нас туда пригласили, но мы, правда, пока не знаем, когда мы пойдем, и сможем ли вообще туда пойти, просто по времени, как успеть. Это же надо заранее продумать, плюс не пойдем же мы туда с Аней, а нам ее с кем-то оставить надо. Так вот, я Славе говорю, типа, давай сходим туда, только перед этим покушаем, потому что я боюсь, что мне ничего не понравится, но я очень хочу сходить, а вдруг понравится. Мне кажется, там такие блюда, знаете, небольшие, больше вот чисто как закусон для, типа, бокальчика чего-то, а не такое, что прям наесться. Это же гастрономический театр со всякими изысками. Вы поняли. В общем, ладно. Мы доедаем и бежим, потому что мы уже опаздываем. Смотрите, мы прямо отсюда видим вот эту локацию. Вот там машина стоит в поле, в цветах вся. И мы сейчас там будем фоткаться. Так, ребята, мы уже приехали. Переоделись. Настя меня нарядила в платье. Единственное, чтобы это... Клещи. Вот наш пузырик. Да, это я. Как веселый фермер. Счастливый. Да. Как красиво. Какое чудо, а? Переодели Анечку тоже. Спасибо,
Не-не, мы просто... Анюта! Настроение поднялось? Вот такая благодать, девочки. Вообще, мы случайно здесь оказались сегодня, мы этого не планировали. Так здорово. Знаешь, Настя? Когда появляется ребенок, у тебя чаще появляются спонтанные всякие штуки, да, в жизни. Ну, у меня же вообще такого, что у меня спонтанно что-то. Я это и не люблю, и не хочу. Я просто такой суетолог, что если еще чаще будет что-то спонтанное, я вообще не знаю, как. Ну, да, мне кажется, у нас, ну, все равно, знаешь, нет, никогда не знаешь, как события сложится. Ну вот, да, вот, не, вроде я понимаю, про собирались выходить, а ребенок, извините, трусы меняет. Вот тебе уже спонтанное решение. Не, классно. Я, конечно, еще даже не рассчитывала на это, девочки. Да. Юля, я знаю, что Юля такое не уважает спонтанные тусовки. Красиво, зай? Да, еще колокола. А? Колокола бьют, это хорошо. Да вообще. Знак. Правда хороший? Конечно. Ой, как красиво. Прям благословляют нас на эту съемку. Ой, кстати, и туча огромная. Отлично. Посмотрите, какое небо. Вам покажу саму локацию. Ой, там вон еще какая действительно интересная. Что матрас. Это такое? Ага, прикольно. Ну, мы с тачкой будем. Анюта у нас будет фермером. Как красиво, девочки! Просто вообще! Тут я понимаю локация. Сейчас тут пофоткаемся красиво. Я прям вообще довольна. На 100 из 100. Ну, Настюшка, ну я вообще. Я смотрю, что взяла для Анютки. Такую картинку для тебя, такую для малыша. Как мило. Классно! Страх быть искусанным клещом и вообще оказаться в его высшей листе, так сказать. Отлично. Анютка! Юлечка, ты на корзину свою смотри. Прям кадр. Кадр из фильма. Аня! Так, фоткаемся, тут такая красота. Так интересно глянуть, что там за кадры вообще. Ну, думаю, супер красиво. Какая же красота еще. Анюту даже одну пофоткались. Клево. Пофоткались, в смысле, пофоткали. Фу! У меня в голове был зеленый огромный жук. Ну что ж, ребят, мы уже едем домой. Время сейчас почти 7 часов. Ну не расстраивайся, мое солнышко. Короче, у нас проблемы с планшетом. На него только раздавать, если Wi-Fi. Вот так выглядит счастливый ребенок. Короче, быстро довольно... Да не, ну почему? Мы целый час провели, сколько и планировали. Планировали. Я думаю, что фотки получились супер. Мы даже сфоткались, как Анюта стоит, держит корзинку, и я стою, держу корзинку с цветочками. Очень интересно посмотреть, что там получилось, но мне кажется, это вообще очень красиво будет. И напечатаю потом альбом. Блин, не знаю, но мне кажется, это так здорово. Это же, знаете, вот она вырастет. Я буду уже... А? Ну, старый, ну не хочется себя так называть. Но все равно будет там мне, не знаю, сколько лет. Сейчас скажу какой-то возраст, скажу, ну ты что? Эйджизм. Да. Все обижаются. Короче, например, будет ей лет 30. Сколько мне будет, когда ей будет 30? Как мне? Что, как тебе? 30. Это тебе 30, а когда ей будет 30? Мне сколько будет?
есть я его 25 родила. 25 плюс 30. 65? Нет, подожди, блин. 55. Фу, пипец. Ну, короче, вот будет мне лет 50, например. Я считаю, что в 50 жизнь только начинается. Но. И она будет уже взрослой такой. У нее, может, уже будут дети, а может, даже не один ребенок. И вот у нее будут фотографии со своей мамочкой, с папочкой. Может быть, даже будут стоять у нее в рамочке дома. Если к тому моменту это вообще будет актуально. А то будут только цифровые, знаешь. Короче, не знаю, просто я понимаю, что то, что мы сейчас делаем, там, фотосессии какие-то, кто-то посмотрит, скажет, все это ерунда, можно просто дома сфоткаться и все, так красиво. Или просто даже выйти там где-то в парке рядом с домом сфоткаться и так сойдет, согласна. Но все равно, мне кажется, так здорово потом посмотреть на такую фотографию, как с картинки. Ну, знаете, как вот, как из фильма какого-то. Возможно, какую-то атмосферу почувствовать через фото. Понятно, что она не помнит, не вспомнит того, что сейчас было. Съемка такая. Но она будет знать, какой была она малюсенькой. А мы вот такую сделали семейную фотосессию, красивую, милую. Классная, да. Я рада. Очень интересно посмотреть, что там получилось. Какие там есть кадры. Мне кажется, вообще классные. Я спросила у Насти, сколько стоит такая локация. 12 тысяч, она сказала, за час. Поскольку как бы не мы планировали эту съемку, а девочка, которая отменила, она сделала предоплату 6 тысяч, получается, и мы еще заплатили 6 тысяч. Мне кажется, это честно. Ну, типа, платить 12 тысяч, конечно, было бы такое, наверное. Ну, нет, короче, вообще, Настя сказала, можете вообще ничего не платить. Потому что у нее, по сути, уже был оплачен этот час, половина там от девочки, которая отменилась, и Настя оплачивала. Вот, но я подумала, что, ну как, надо это самое, мы же тоже получили хороший контент. И как раз получается, как будто прям супер честно, то, что мы заплатили 50%, учитывая, что мы на эту съемку договорились за, типа, 2, там, 3 часа до начала этой съемки. Ну, короче, все как-то, знаете, классно сложилось сегодня в этом плане, я прям довольна, очень рада. Это если вдруг кому интересно, сколько вот сфоткаться в такой обустроенной локации стоит денег. Вообще по-разному. Я помню, мы в том году, когда я была беременная, помнишь, тоже у нас была съемка в Царицыно мы ездили. Или это Коломенский был парк? Коломенский. И в Коломенский мы ездили. Ну, в Царицыно мы не ездили. И в другое место еще у нас было. Да, но это давно совсем было. А я говорю, вот в том году, когда я была беременная, мы ездили в Коломенский парк. Короче, я не помню, кстати, сколько в том году то, что мы снимались, стоило, но дешевле. Дешевле, да, мне кажется, типа 1006 стоило. Да. Не, ну прикольно, вы сами видели, какая локация, и мне нравится то, что мы именно вот в такое время были, когда немножко типа закат уже как будто начинался, скажи, мне кажется, атмосферно должно быть. Интересно, какие там фоточки? Мне так нравится. Ну как тебе, понравилось, Зай? Когда увижу фотографии, скажу. Даже ты сфоткался в этом автомобиле. Но все равно, мне кажется, это супер мило. И у вас есть фоточки вдвоем с Анютой. Мне нравится. Так жрать только охота. Я вроде поели недавно, я ничего не наелась. Круто. Едем домой. Вычесывать из себя всяких жуков. Не дай бог клещей. Вот, я волосы руками трогала, поправляла, а потом выяснилось, что у меня в голове был зеленый жук. Я что-то сбросила с своих волос, потом вот с таким лицом наклонилась вниз посмотреть и увидела, что там был вонючий зеленый жук. Да-да-да, возможно, он отложил яйца в моей голове. Все понятно. Не смешно? Все с тобой понятно. Слава фоткался в итоге с зеленью в зубах. Я ему сказала после того салата, который мы ели, типа, проверить свои зубы, что это всегда такое, знаете, проблемное. Но он не успел убедиться, есть там зелень или нет. Чем займемся? Придем домой, переоденемся, сбросим с себя вонючих жуков, покормим Анютку супом и пойдем куда-то. Потом, конечно, охота сидеть и жрать охота. Котлеты. Давай я котлеты сделаю.
Давай. Для этого мне нужен куриный фарш, лук, хлеб. Все, остальное у меня все есть. Какая злая мама, дорогая. Едет на велосипеде, она потеряла свинки. Помоги скорее, свинки. Что хочется вкусно поесть. Что еще я хочу? Сходить, может, на маникюр, педикюр. Но не сегодня, надо просто записаться, чтобы уже перед отлетом не заморачиваться. Хочу сделать губы и брови. Что я хочу с бровями сделать? Перманент. Но, блин, никак не могу найти желание найти на это время. Так, ребят, мы уже дома. Я искупала Аню. Просто, типа, как душ. Вот. Сейчас их покормили ее супчиком. Слава сейчас ее на балконе укачивает на вечерний сон. 7:50. Ей, конечно, лучше спать на вечерний сон. То есть надо, чтобы он был второй. А я буду вычесывать всякую херню из своей головы, если она там есть. Вот так. Я не хочу с головой мыться, но лень. У меня чистая голова. Я вчера помыла. Просто хочу, чтобы всякие... Если вдруг в моей голове есть клещ, то ходи. Никого нет. Тут тоже. Смыла макияж. Помираю с голоду. Мне это надоело. Хочу, чтобы дома было постоянно что пожрать. Что-то Нютка не хочет сильно спать. Ну надо. Я сейчас сяду и буду есть бутерброды с колбасой. Что у нас больше ничего такого. Такие голодающие. Ничего такого нету, то, что можно быстро съесть. А я жрать хочу просто, как я не знаю кто. Еще хочу кремом лицо помазать. Так, в итоге я пришла и укачала Анюту, чтобы она точно уснула. У них особенная тактика и техника. Так, я сейчас буду есть колбаску. Я еще вспомнила, что у нас есть этот пельмени. Блин. Думаю сейчас типа заказать филе куриное, все заказать для котлет, но честно так впадло, но мне так хочется, чтобы у нас дома были котлетки, которые быстро достал, разморозил, пожарил и все. Нет сил, у меня нет сил, у меня сил только на колбаску и на пельмени попозже, все. А еще мне бы влог смонтировать, просто решила влог из Дивеева сама монтировать, уже там сделала какую-то часть, типа из двух с чем-то часов материала я смонтировала. Минут 20. Это немного, конечно. Но уже как будто нет смысла отдавать на монтаж монтажеру. Я другие влоги отдам. Короче, буду сидеть в телефоне, есть колбаску. Что такая усталость у меня, откуда не пойму. Да, отдохну, посижу, попью чаек. Такой план. Я съела два бутерброда, выпила чай, сидела чуть-чуть, монтировала буквально полчаса, пока спала Аня. Она спала недолго, и это и хорошо, ей долго спать не надо сейчас уже. О, здрасте, здрасте. Я начала готовить ей суп, оказалось, что нет картофеля. Заказала картошку и... Так. Заказала картошку и не заметила, как заказала 5 килограмм куриного филе. Будем готовить сегодня котлеты. Твои подписчики. Снова они, снова котлеты. Такая вот у меня здесь атмосфера. Варю Ане суп. Варю дофига яиц, из которых планирую сделать 2 разных салата. Потому что мне надоело, что у нас дома нет вкусной домашней еды. Вот столько у меня куриц. Ой, у меня трэш тут вообще. А время уже 10, кстати. Вот так. Это макарошки для Ани. И супчик тоже для Ани, мои кукольки. Didn't think you'd wake me with a kiss.
тебя не кормят. Ладно, давай прекращай. Не, вообще пусть учится, ложка есть. Давай я тебе другую дам. Горячий, ты попробовал? Ага. Аня, да. Ротик. Хорошее настроение у Анечки? Наконец-то вкусняшечку ей дают. Так, знаете, сколько время сейчас? 23:42, и только сейчас Анечка будет спать. Сниму-ка я кольца, а еще я лучше... Нет, перчатки все равно надену. Что мне нужно сделать? Смешать ингредиенты. Я растопила топленое масло. Здесь у меня фарш. Здесь у меня везде будут панировочные сухари. Этот лук я оставила для салата, который тоже планирую сегодня сделать. Блин, ну я не знаю, за час справлюсь ли я. Ой, стоп. Только что чуть не завершила главную ошибку. У меня этот контейнер, который я как раз хочу использовать для заморозки котлет. Короче, есть еще вот такие подносы. Это как раз для заморозки. И я это все не мыла, потому что нахера. Если я еще ничего не готовила, для чего я собиралась. Мне нужно все это замещать. Добавить соль. Думаю, хватит. Может и нет, но там есть лук, поэтому ничего. Теперь это все замешиваем. Фарш у меня, на удивление и на редкость, получился довольно-таки водянистым. Ему бы, конечно, настояться. Было бы неплохо. Мешать надо долго. В идеале, чтобы была одинаковая консистенция, чтобы все хорошо перемешалось, взбилось как следует. Сегодня я совершила то, на что не могла решиться 8 месяцев. Я выкинула замороженное молоко, которое я сцеживала для того, чтобы оно у меня было. Как вариант покормить Аню, если я уеду на съемки, еще что-то. И вот я долго его хранила, что у меня рука не поднималась выкинуть. А сейчас я решила, что я все равно ей его реально не дам. Ну, типа, оставлять его еще на полгода. Ну, смысл, типа, сделать с ним кашу. Во-первых, я знаю, что молоко 6 месяцев хранится максимум. Может, больше кто-то скажет, но уже 8 прошло. С последнего. Это 8 с последнего, которое... Или с какого? Короче, просто 8 месяцев прошло, даже больше. Последнее я замораживала, правда, в январе, окей. Оно, может, полгода как раз. Сейчас 6-й же месяц, июнь. Но все равно, реально, нафига? Оно мне столько места занимает, глаза мне мозолит, напоминает мне о тех временах, когда я кормила Аню грудью. А я как будто бы скучаю иногда поэтому. Все равно так странно, то, что я больше никогда не покормлю ее грудью. Именно ее, мою маленькую девочку. Анюточка сейчас кушает молочко перед сном. Хотя, по сути, она хорошенько поела супчиком. Обычно мы ее так поздно супчиком не кормим. Но мне сегодня захотелось, чтобы она хорошенько поела мамин супчик. И она его съела с удовольствием полностью весь. Последние 2 дня она банки ела. Нет, в банках тоже, кстати, нормальная еда. Я сама пробовала, ну, как бы, я всегда пробую то, что даю ребенку. Но все равно лучше уж, конечно, свой супчик. Она его прям вообще обожает.
когда мы снимали букинг, мама меня научила, ну, дала мне такой совет на жизнь. Мясорубку никогда не мыть в посудомойке. Ну, вот эти вот все детали. Блин, я что-то не так собирала. Ладно, я иду уберу, а Слава это все сделает потом. Никогда не мыть в посудомойке детали от этого самого. Потому что они притупляются, и потом нихера вам не режут. Так, а еще мне сейчас надо помыть все вот эти вот противни, куда я буду котлеты собирать. Ну, это для пельменей больше подойдет. Либо просто сюда как бы положить, но не в два ряда. Это мне еще надо сделать такими, типа, нежирными, чтобы они еще закрылись нормально в этой корзине. Мне кажется, это прикольное приспособление, вот это вот, для заморозки. Так что сейчас мы посмотрим, что у нас получится, и я дам свой вердикт. Насколько это реально классная штука, или насколько это вообще фуфло и... делать самым каким-то простым, выдуманным собой способом, ну, в духе лайфхаки, свои какие-то придумывать. Может, это даже лучше, чем то, что сейчас будем делать. Ну, в общем, посмотрим. Все, мы с вами начинаем. Я еще хотела сделать котлеты до вторника, ну, до прихода девушки, которая убирает у нас, чтобы потом хорошенько тут все помыли. Ну, как бы понятно, что я все равно сейчас сама все это буду отмывать. Все равно после того, как работаешь с мясом, с курицей, надо хорошенько прям кухню мыть. Сухарей мне понадобится много. У меня их как раз много. Что ж, ребят, у меня получилось 46 котлет, и они очень хорошо сюда поместились. Короче, у меня все вместилось, кроме вот этих двух. Но на самом деле я, получается, в первом ряду 6 клала везде, а во втором у меня помещалось по 5. Если бы я делала котлеты поменьше, то у меня бы сюда тоже помещалось 6, и таким образом у меня бы не осталось вот этого, но я могу это сейчас пожарить, хотя время пол первого даже. Почти час, но мне пофиг. А могу их не жарить, могу их оставить в холодильнике, просто не замораживать. И вообще могла бы побольше достать, чтобы не замораживать и завтра пожарить свеженькие. Поэтому, может, я так и сделаю, но хочу вам показать. Хочу сказать про это хранение. Оно мне однозначно нравится. Посмотрим потом, что будет с котлетами. Да, они будут расплющены, но это никак не должно помешать их съедобности. Довольно-таки тяжело это все. Ну да, достану котлет побольше сейчас. И завтра пожарю. Я недовольна фаршем, который я сделала сегодня. Потому что они вообще в очень плохом состоянии. Я не знаю, что я сделала не так. Может, не подержала из-за этого, но они вообще форму не держат. Может, они слишком влажные. Это вообще каша прям. Поэтому хорошо бы им реально позаморозиться, и потом они будут покрепче, так скажем, пареньки. Ладно, хер с ним, все нормально. Теперь тут все убирают, это мое самое нелюбимое занятие. Сейчас мы это все заморозим. Это для заставки. Сука, все ролю еще. Все, было.
Я заказывала на Озон. Просто введите, типа, не знаю, контейнеры для заморозки. Привет, ребята, новый день. Вчера у меня села камера, мне трудно было догадаться, с учетом того, сколько я снимала и сколько я там разбиралась. Идем, мой ходящий. Короче, я проснулась, сходила, сдала кровь на 13 тысяч. Там все. Взяла два контейнера для анализов. Вот. Но это мне только предстоит. Еще мне нужно делать УЗИ щитовидки и УЗИ там чего-то еще, типа, было бы неплохо. И по результатам этих анализов мне назначат какие-то классные витамины. Вкусный, классный витамин, и я буду здоров, как бык. Сейчас вообще не время сна Ани, ну, короче, прихожу я домой после анализов. Дома трэш, просто трэш. Анютка, как? Все в горе, она себя поцарапала. Слава там весь в этом, не понимает, куда, чего, куда бежать. Мы ее поставили в душ и мыли из душа прям, потому что, ну, там было такое, что просто салфеточками и потом над раковиной как-то подмыть было бы слишком геморно. Ну, короче, с этим легко, порешали. Но ее царапина на щеке под глазом такая глубокая, жуть. У нас дома не оказалось йода, поэтому я решила, что сейчас же мы выйдем и пойдем в аптеку. Славе надо было уехать, поэтому он уехал. Вот, а мы идем, уже сходили за йодом. И я не знаю, вот как поступить. Типа на улице мазать йодом, наверное, вообще плохая идея, да? С другой стороны, какая разница? Что будет, что плохого? Вот так вот мы идем. На улице ветрено довольно-таки и свежо. Типа вообще не 30 градусов, как было. А еще Аня скрипит так, как будто бы спать будет. Может, она даже и уснет, но не знаю, хороша ли эта идея. Мы не так давно встали, можно сказать, типа в 10:50-40 вот так мы встали. Она покушала, сейчас, наверное, около часа. Ну, как будто бы недостаточно времени прошло. Короче, ее царапина меня напрягает, и я, наверное, сейчас сяду и постараюсь ее обработать аккуратно. Потому что... Мы дома протерли, чем могли, типа перекисью, там, мироместином. Все равно хочется обработать, чтобы какая-нибудь заразка туда не попала. Я попадалась на Reels, где одна мамочка говорит, типа, всегда обрабатывайте раны деткам, потому что она показала, что случилось с ее малышом, который тоже, типа, так поранился, безобидная какая-то царапина была. И, видимо, туда что-то попало, не попало. Ну, короче, не знаю, но там вообще трэш прям был, и в больнице пришлось идти ехать, поэтому... Что поделать? Так, а вот тут жарко. Что ж такое? Так, у меня вот...
Я думаю, что можно обработать на улице, ничего страшного не случится. Как-то же люди в походах и в каких-то таких условиях себе рано обрабатывают, если нужно. Да, Ань. Главное, подальше от моей новенькой кофточки. Так, мам, не уезжай. Так, йод, да? Йод, все верно. Не зеленка. Вообще, Аня часто себя царапает своими когтями. Я их ей стригу. Что думать? Не стригу, стригу. Давай, давай. Все. Все. Смешно? Только ты не трогай ее. Да не трогай. Да не трогай. Ну все, потом еще обработаем. Нормально, я помазала просто, чтобы хотя бы зараза туда никакая не попадала. Потому что ранка довольно-таки такая широкая. Сейчас башмаки оденем, будешь гулять. Я пойду выкину вот эту. Вот эту. Ты ж мои детишки тут. Башмачки одеваем и пошли. Я, правда, кофе сегодня попила, ну ладно. Даже качели есть. Давай. Давай за секунду. Тут жарко. Ты мышь сладенькой. Лив, выходи. Выходи. Вот Анюта гулять вышла. Анюта уже за одну ручку умеет гулять. Да, Анюта. Мама, у тебя игрушки тоже взяла? Пошли. Давай ручку крепко. Пойдем. Хочешь на качель Видите, какая Анюта крутая. Мы уже пришли в наш двор. Ходим, бродим тут. Так, мы пришли домой. Когда мы собирались зайти в подъезд, подъехал Слава. Сейчас Анечка будет кушать супчик и спать. Сейчас без 22. Тут Анечка кушала яичко утром с кашей. Слава ее кормил, пока я ходила в двор давала. Садись, купчик. Садись. А вот теперь жарко стало. Так. Ах, супчик. Мамочка, ты же супчик сделала. И макарошки сварила. Кука, мамина. Так, я же еще вчера ночью котлеты пожарила. Так, что мне надо? Макарошки, анюточки, огурчики, супчик. Отличный. Яички обратно. Да, куки? Ну, так что сейчас покормлю малыша. Анечка ляжет спать на балкончике на часика полтора. Кстати, мне намного больше нравится с Аней на улице гулять. Именно когда она не спит, чтобы она, ну, ходила, что-то там смотрела, качалась на качельках. А когда она спит на улице,
Ну, это получается просто я выхожу, чтобы я погуляла. Она с таким же успехом может спать на балконе. Там тоже воздух, мы все открываем. Но пока она спит на балконе, например, в колясочке, я могу еще дела какие-то делать. Да, мой милый. Я проснулась, а она у меня вот здесь вот что-то лежит. Я думала, это ее нога, похлопая. Это оказалось ее ручкой, она меня обнимала. Единорожка, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Моя вкусная тыковка. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Да вроде у тебя не длинные ногти, как ты так себя царапаешь? Ань, не могу понять. Несу, несу! Где? Что мне надо? Любимая! Анюта учится есть самоложкой. У нее уже получается. Оп! Смысл она понимает. Ты умница. Давай еще. На. Я хочу тебе дать, чтобы ты училась. На. На, мама тебе дала. Держи ручку. Ножку бери. На. На. Короче, я решила поменять трусики Аню. У нас очень много размера L, но они вот эти ночные вообще тугие, капец. Я уже заказала XL, так что мы переходим на XL. Он вообще с 12 килограмм, но у нас Аня, наверное, 11,5 весит. Поэтому просто в этих уже реально, ну, туговато. Короче, вот это будем кому-то отдавать. Так, девочки, я все-таки решила, что все, хватит это терпеть. У меня какие-то вот эти два дня, не знаю, что на меня нашло. Решила вернуться к тому, с чего я начинала. Бесконечные уборки, разборки, готовки дома. Так, короче, решила, что мне надоел бардак здесь. Ну, не скажу, что тут был бардак, это я тут уже наворошила. По сути, все было просто запихано вот такими сардельками вот в эти штуки. Вот, они у меня тут все. Я решила разобраться, потому что, во-первых, у Ани уже есть вещи, из которых она выросла. Они у меня тут все вперемешку, мне это надоело. Плюс у меня очень много было футболок неглаженных. Их гладить не так уж долго. Я сама, представляете, сама погладила. Вот, и решила заново все отсортировать, потому что у нас тут уже не было наклеек. Или, не, были. Куда-то я их выкинула. Ну, короче, там уже было написано то, что здесь неправда. Тут тоже, видите, платки, пеленки. Тут уже давно как бы все не это. И мы вот распечатали новенький. У нас есть специальный прибор. Слава мне его подарил, заказывал. Но я им печатать не умею. Слава мне всегда все это делать. Короче, все разложила. Как красиво стало. Тут теперь футболочки. Во-первых, я решила, что все. Вот я тоже давно хотела заменить вот эти органайзеры на разделители. Потому что вещи уже размера не маленького.
и засовывать их сардельками вот сюда, ну, как бы не клёво уже, плюс часто они мнутся, ну, это, конечно, дольше будет по времени занимать сложить, хотя мне нравится так, плюс я хотела, чтобы я видела уже, какие у нее есть футболки, оно у меня все запихано, и непонятно, что там футболка, это лосины, они плюс-минус похожи, знаете, ну, вот условно, вот у нас лосины, и вот такая же есть футболка, и они когда в скомканном сарделечном виде, о, кстати, их надо объединить, вот сюда, у меня тут комплекты все. Вот сюда кофточка, нет, лосины в стирке. Короче, здесь у меня трэш полнейший. Планирую разбираться. Тем временем на кухне я веду тоже уборку, как обычно. Здесь у меня варятся макарошки. Просто макарошки. Мы их сейчас будем кушать с котлетками, которые я вчера пожарила. Не знаю, вкусно или нет, но какой-то странный запах из холодильника. И он явно от котлет. Не пойму. В холодильнике тоже уже не так красиво, как было. Но это, опять же таки, нет, все равно контейнеры мне нравятся, но я согласна, что нету из-за контейнеров места для нормальной еды. Но у нас внизу нормальная еда помещается. У нас обычно прям много такого и нет. Ну, то есть, вот тут контейнер с едой, вот это можно убрать, ну, разложить там куда-то яйца, например. Вот, вот, ну, короче, не, на самом деле помещается. Здесь все детское, это... Надо все раскладывать всегда. Не всегда у всех есть на это время. Ну, короче, все норм. Меня все устраивает. Загружаю посуду. Мусор убрала. Блин, всегда столько дел дома. Завтрак нам приедет Анита делать массажем. Анюте. И мне тоже. Я попросила, что у нас двоих. Проверила, есть у нас дома чемодан. Оказалось, что есть. Это хорошо. Скоро будем собирать чемоданы. Сейчас сели заказывать билеты. И сайт лег авиакомпании, в которую мы хотели брать билеты. Удивительно. Короче, билеты на двоих 100 тысяч. Туда-обратно, Турция. Но какая фигня. Нам точно понадобится еще один чемодан. Третий, получается, для Ани. Потому что... Мы повезем с собой для нее трусики, гушу на 2 недели. Это, например, можно посчитать по 2-3 агуши в день. Ну, может быть, 2 на самом деле, не 3. Что чаще всего все-таки у нее реально 2 агуши, а не 3. Можно еще взять кашки на всякий случай, которые дольше хранятся. Хотя я, ну, мы ей кашки уже эти не даем. Я их вообще показывала, но, по-моему, мы их отдали. Ну, просто, как, знаете, на всякий случай. Потому что там-то понятно, где мы это все купим. Короче, если на 2 недели мы едем, короче, 14 дней. Может, на 14 едем? Хочу все просчитать. Получается, ну, короче говоря, 30. Это если на 2. 40 лучше нам надо сразу взять на 2 недели. Давайте Танечки мультики смотреть. Короче, что я говорила, мы посмотрели, что дополнительный багаж, третий, будет стоить 30 тысяч, да, Зай? 30-35 там что-то. А взять еще один билет, 40, сколько ты сказал, билет детский вот такой? 40. Да, в районе 40 с чем-то. Ну, короче, типа разница, ну, условно, в 18 тысяч, допустим. Да, это разница, это весомая разница. Какие 18? От 30... Да, а, даже меньше. Ну, 15. Ну, я так с запасом беру. Ну, 15 тысяч разница. А, но в чем суть? Если доплачиваем 15 тысяч, то мы получаем дополнительный багаж, третий, который нам надо. И самое главное, еще одно место. То есть мы будем сидеть на нашем ряду втроем. То есть у Ани будет свое собственное место. Какие плюсы? Знаете, раньше в Турцию можно было за 3-2,5 часа долететь, сейчас 5 часов. Не хотите полететь, как в Дубай, это просто капец. Я подумала, блин, если по цене разница, 15 тысяч разница, то можно взять отдельный билет, потому что в него входит и место, и багаж. Я вообще не знаю, почему такая разница большая, ой, такая маленькая разница в цене. Просто если бы разница, ну, если бы багаж дополнительный стоил бы, например, 1015, а не 35, то мы бы, наверное, просто взяли дополнительный багаж. Но поскольку разница вот такая, мы, короче, решили, что будет выгоднее и нам, и комфортнее взять еще одно место. Поэтому мы будем брать 3 билета,
Я еще закажу гамак специальный для самолетов, для деток. Ну, посмотрим, что это будет. Но я думаю, должно быть удобней. И мне в том числе. Ох, я тут все это время занималась раскладыванием вещей. Анюта спала 40 минут. Я тут навожу порядки. Отгладила, что могла. Вот. И сейчас, когда закончу, вам покажу, что у меня получилось. А сейчас у меня будет процесс засасывания. Но у меня, правда, слышно больше пакетов. Аня, смотри, все вот это нам надо засосать. Если ты понимаешь, о чем я. Вот из этого всего мой ребенок вылет. Кстати, может, тут есть эти тюри? Куда не упадете? О, я как раз эти шорстки искала. Ура! Нифига, хорошо, что мне такое пришло. Все это надо засосать в вакуумный пакет. А еще куча обуви, которая Аня тоже мала. Смотри, Ань, что с горшком своим играешь? О, мой бог. Ведь я даже это на дачу не могу отвезти. Там у нас жопа тоже. Ну, это слишком огромный пакет. А у меня больше нет меньше. Я прям знатно так почистила ткани. Тут есть вещи 74-го, ну, в основном тут 74-й размер как раз-таки. Очень много красивых вещей, которые просто в новом состоянии, идеальном, которые Аня может один раз надела. Чем старше Аня становится, тем больше таких вещей. Не знаю, с чем это связано. Ну, короче, сейчас я это все уберу в пакет, засосу вакуум, и все, и это останется. Даже не знаю, мне кажется, когда родится второй ребенок, блин, я как будто бы второго ребенка заранее уже не так сильно люблю, ну, как сказать, это звучит странно, но, типа, знаете, я думаю, вот, это все второму ребенку. А мне вообще-то хочется второму ребенку тоже все новенькое покупать. Да, 100% буду и покупать, ну, просто... 100% и многое будет носить ребенок. Что тут столько вещей? Вообще реально в идеальном состоянии. В основном, конечно, девчачьи, но очень многие вещи. Унисекс. А какие-то даже вообще мальчуковые. Вот это вообще Аня ни разу не успела носить. А ты ж мой кукелька. Помогай маме вещи складывать. Это вообще Аня ни разу не носила. Короче, реально очень много вещей просто в идеальном состоянии. Вот это вот один раз, ну, в Дубае Аня носила. Это сейчас ей уже будет мало. Во-первых, тут размер 74-80, как бы да. Но я просто и так вижу, что оно ей будет мало. Так, это что за размер? 74. Я потом... Не знаю, может, когда второй ребенок родится, строю разбор с этими вещами. Ань, включи свет, давай. Скажи, класс. Вот. И, короче, посмотрю. Думаю, когда второй малыш будет, хотя это все равно ему, да. Мне кажется, что когда второй ребенок родится, тогда я буду с этими вещами разбираться. И тогда я все отсортирую. Не, ну может, когда я буду беременна, потому что она все-таки постарше будет. У меня будет больше свободного времени, как мне кажется. Так, это какой размер? 74 вроде бы. Да, классные шорты. Какие-то вещи ей еще как раз по размеру. Но они уже по погоде не подходят. Эту шапку, кстати, зачем я убираю? Она как бы просто, я думаю, вообще на зиму на следующую норму будет. Ну, посмотри на меня. Хотя, как знать? Я же не знаю, как у меня головешка будет. Ай, ты мой милый! Ай, ты мой милый! А я вам хочу показать, что я здесь навела за красоту. Посмотрите, это просто восторг. Девочки, как красиво стало! Здесь все боди. Здесь все комплекты, которые по парочкам. Здесь шорты, лосины. Просто благодать. Там есть еще одни джинсы и одни брючки льняные. Тут все в футболочках. Вот это, кстати. Не, ну ладно, я это могу повесить на вешалку. Там топик от него. Так,
Здесь я еще не успела разобраться, вот эта часть. А вот это разобралась. Тут у меня, получается, песочники. Они просто лежат не в контейнере ни в каком. А здесь у меня пижамы. Они вот в таком ящичке. То есть пижамы — это те, что с длинными ножками. Вот. А песочники в них, в принципе, и дома, и спать. Аня спит часто в песочниках. И на улицу, в принципе, можно тоже. Так что норм. Здесь я еще не успела разобраться. Так, что тут у меня? Кстати, колготки тоже могут быть малые. Я просто хочу все убрать и это засосать. Да, они и малые. О, боже. Тут вообще штаны это точно малые, да, мы убираем. Хотя колготки, они как бы колготки. Они же тянутся. Вот поэтому вообще хер пойми. Это от платья, по-моему, которое тоже мало. Так, ладно, это закрываю. Написано 74-80. То есть гипотетически еще можно носить. Но я что-то сомневаюсь, что Аня их уже будет носить в такую-то жару. Тут, кстати, тоже колготы. В итоге колготы... Не, ну Аня носила колготы. Да, было время. Да, теперь тут пусто, маленькая. Пупся, не сможешь здесь мне порядки наводить? Точнее, без порядки. Короче, так, по обуви. Аня. Нельзя. Мам не разрешает. Мам не разрешает. Башмаки малые. Это вообще угар, конечно. Вот в чем. Мне нужно есть срочно новых обуви. У нас есть даже защита для головы. Ань, одевай. Что у меня здесь? Хочу здесь тоже везде порядки навести. Тут у меня что? Тут у меня что? Ну, это будет, кстати, ей тоже уже мало. Ладно, это оставим пока. Так, что у меня здесь? Тоже обувь, которая мала. Обувь, которая мала. Ну все, здесь в одежде я тоже разобралась. В принципе, все, у Ани больше нет одежды никакой. А, ну, что-то там в стирке как бы лежит, окей. Все, Ань, разбираемся, и это... Сейчас, короче, я когда закончу, запомните, сейчас почти 9. Мне нужно успеть искупать ребенка, самим всем нам искупаться, потому что ночью, ну, или не знаю во сколько, ну, короче, завтра, 10 числа, нам отключат нахер воду горячую. Не хотела я, конечно, жить в таких условиях, нечеловеческих просто. Ну, что поделать, достаем сегодня большие кастрюли, ведра, и как бы... Да, снова приземляемся. Пожили шикарно, богато, здорово и классно. И возвращаемся обратно. Вот. Ну, это типа, знаете, к тому, что у нас идет такой вообще там ремонт крутой, классный. Два аж. И вроде как мы должны зажить, знаете, в полной грудью задышать. Шикарно зажить. Но нет, будем как бы из ведер мыться, продолжать. Так что ладно, я убираться, и потом к вам вернусь, покажу результат. Так, я тут закончила. Сейчас пойду в душ, Аня уже искупалась. Теперь тут стало вот так. Просто красотища. Мне очень нравится. Все стало так аккуратно и все так понятно. Здесь вот так. Ну, возможно, обуви тут не место. Но пока пусть там лежит. У Ани было больше обуви, но она и уже мала. Так, здесь вот так. Здесь всякая мелочушечка. Тут пляжная, повязки, носки. Тут у нас теперь получается пусто. Ну, здесь ничего не изменилось. Вот так. Все. Ты мой сладенький. Грустит, малыш. За царапины. Да? Пока-пока, скажи, Анют. Дима, солнышко. Молодец. Пока-пока. Пока-пока. Всем спокойной ночи. Пока. Всем пока-пока, говорит Анюточка. Да. Спасибо, что смотрели этот влог. Мы сейчас с Аней по квартире ходили. Она прям очень много сама ходила. Ладно, все. Всем пока-пока.